Всем привет! На канале Gadget Park продолжаем акцию «Ножи против коронавируса». И сегодня у нас на обзоре нож-грибник компании Gepard. Как видите, это такой совсем небольшой рабочий нож. Клинок, длину у него составляет 110 мм. Сделан из литого тигельного булата. Размер наиболее широкой части клинка 2,3 мм, толщина обуха 2,4. Спуски от обуха, вогнутая линза, сведение 0,4 мм. Очень такой острый ножичек. Аккуратный, компактный, просто вот рабочая лошадка. Грубо говоря. Так, твердость клинка по шкале Роквелла составляет 63-64 единицы у него. Так, что касается рукояти, то длина 125 мм, ширина 23. Рукоять выполнена из африканского дерева венге. С такой вот вставочкой из наборной бересты посередине. Ну, считается, что такая рукоять будет теплой зимой, а летом прохладной. Ну, по ощущениям очень такой приятный материал. К тому же считается, что выполнена из такого материала рукоять, собственно, не подвержена гниению. Береста очень устойчива ко всем этим негативным факторам. Так, ну что, хвостовик клинка, как всегда, усилен шпилечкой. Монтаж сквозной, резьбовой. Навершие рукояти имеет отверстие, как вы видите, усиленное латунной шпилькой для темляка. Ну, свойства стали, уход, собственно, ничего такого страшного не предусматривает. Значит, состав тигельного булата данной модельки ножа входит 12 видов стали. Также основной это Х12, Ф1. Ну и плюс там хромо-молибдена содержащие стали. То есть, таким образом, сталь получается высокоуглеродистой, содержанием 12,7% хрома. Много, конечно, подробностей по химии, но раз уж зашла речь. В общем, учитывая, что нержавеющей сталью у нас считается сталька, если в ней хрома порядка 13%, то выполненный из такой стали ножичек почти не ржавеет. Ну, максимум пойдет пятнами. Не трупными, да. Но, опять же, пальцем все спокойно стирается. При этом нож не боится ударов. Боковые нагрузки держит на ура. В общем, булат, ребят, это наше все. Протирайте нож после использования насухо, и он будет вам верно служить многие-многие года. Этот нож, собственно, кому будет интересен? Ну, конечно же, разным категориям пользователей. Он, благодаря своей универсальности, компактности, может быть, даже в этом плане он очень удобен и для ежедневного ношения кому-то, не знаю. Вот такой вот небольшой ловкий нож под самые разные задачи. Он вполне подходит, чтобы резать мясо, хлебушек, колбаску, сальце там. Или колышек заострить, прутик построгать. Можно сказать, что он, начиная от бытовых целей и, не знаю, приготовления пищи до разделки там какого-нибудь зверя. Так, цена, очень сладкая цена у этого универсала, 5800 рублей. В комплекте, как всегда, к нему идет бесплатно кожаный чехол с двойным подвесом.
Ну и, конечно, прилагается сертификат соответствия, что данный нож является ножом разделочным и никоим образом не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ-Р. Да, заказать нож можно по телефону, который указан ниже, либо написать в Viber, либо WhatsApp. Пишите, звоните. Кто первый закажет, тому этот красавчик и отправится. Если интересны другие модели этой компании, смотрите наши обзорчики на канале Gadget Park. Ссылки будут в описании к этому видео. Приобретайте, выбирайте. Очень интересная моделька. Ну, пока всем.